В этом году 42 лавины в Дагестане унесли жизни 25 человек. О мерах защиты от лавиноопасных явлений говорили на заседании Федеральной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Встречу провел глава МЧС России Александр Куренков. Доклад о ситуации в республике озвучил заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров. Он сообщил, что в этом году из-за схода снежной массы населению и объектам экономики нанесен ущерб в размере свыше 84 миллионов рублей. Это не изменить, если не вернуть былой контроль над снеголавинной ситуацией. В связи с этим вице-премьер предложил возобновить работы по профилактике географических процессов.